гостя из рубрики «Еда». Думаю, многих интересует вот эта скороварка, как же она жарит яйца. Я жарил только один раз, потому что я кинул туда для эксперимента одно яйцо. Оказалось, это плохо, чем, что мало объема, тент накрывается и тогда быстро переходит в режим подогрева. То бишь, два раза меньше подает электричество и в два раза меньше греет. Для этого нам надо будет, масло немножко капнуть. Немножко. Глазунья, сразу говорю, не получится никогда. Просто только омлет. Закинем яйца. Время сейчас 16:47. Думаю, надо примерно 4 яйца. Видите, я даже не даю нагреться. Вот сразу же включил, уже кидаю яйца. Сам не знаю, что с этого получится. Как мы видим, яйца жарить можно, но долго. Я думаю, 15 минут это как бы не критично, но долго. Вот оно уже выключилось в подогрев, значит, можно перемешать. Но уже перемешать зачем, если оно уже все готовое? Вот. Следующее, что меня просили проверить, это будет сварить картошку. Но думаю, с этим проблем не будет, потому что когда крышка закрыта, в разы быстрее все варится. Из-за того, что небольшой объем, как бы здесь получается литр или литр с чем-то, но хватает на троих. На троих, скажите, обкурился или что? Я вам покажу отдельно, думаю, даже в этом видео, потому что мы забыли снять, мы втроем делали еду, то бишь на троих варили рис, тот, что в пакетах, и три пакета здесь идеально сварились, и риса было много, что потом еще Ромка шутил на этот будет.
будет. А на утро давай суши сделаем из того риса, что осталось. Вот так, а мы ждем документы и будем выезжать. Забыл один момент показать, вот сколько в тарелке. Тарелка эта не маленькая. И, как вы помните, было где-то процентов 40 объема. Представляете, если сюда побольше. Вот. И теперь только сухой салфеткой вытереть и чисто.